So this is part two of the video that I filmed with the lovely lady that I talked to on the streets of the suburbs, talking about her life in the Soviet Union. This lady was so amazing, but you're really going to enjoy part two. You're really going to enjoy it because she gives so many insights to life inside the Soviet Union. A lot of us, you know, we're taught about the Soviet Union being a place where, you know, they were kind of anti-American and all that stuff, but we're also taught about all the bad things, the queues, the fact there was no food, all these kind of things, the stuff that happened in the 80s. But in the 60s and in the 70s, what was it like there? Completely different. When I spoke to this lady and she told me all about her childhood, I was so impressed. She told me about her life in the Soviet Union, what she did as a child, where she lived, the different benefits of Soviet society is absolutely fascinating. So I'm not going to bore you anymore. Let's get on with part two. Oh, and be sure to let me know in the comments if there's anything that she said that surprised you about her life, about life in the Soviet Union. Все хорошо. У меня у одной дочери пятеро детей. Ой, да. У другой вот сейчас третий будет, сын, правда. Это хорошо, это получается, как будто вы заново мама, да? Постались, да? Мои родители тоже у меня. 15 лет я воспитываю маленьких детей почти каждый год. Вот. Вот отлично, да? Вот отлично. У другой третий. И вот старшей девочки 15, ага. И сейчас вот родился еще. И получается... И у меня каждый год, можно сказать, ага. Ну через два, ну и я. Это как будто вы мама, но полностью ответственность нет, да? Вот, да, так да, что это вот да, супер, да. Это вот плюсов ну, много, да? Мама я была практически, да, всех. Кроме вот этого последнего, потому что, и это же не последняя, дочка еще сколько. А, да, сколько еще, да? У вас как зовут? Меня Ниной зовут. Дело в том, что говорю, единственное, что я сейчас мало бываю вот из-за этой дороги, иногда нет. Ладно, я надеюсь, что скоро дорога будет делать, и все у вас наложится, да, как надо. На кого это посодействовать, чтобы это... Ну да, да. Назад я уже пойду там. Там да. Немножко пройти, вот уже пойду там асфальт. А говорят, что завтра будет снегопад большой. А я дома так. Просижу. Ладно. Снегопад я люблю. Снегопад да. И дождь люблю. Самое главное, что не скользко, да? Вот самое главное. Да, да. А вы знаете, что есть такие штуки, которые можно одевать на обувь? Вы знали, да? Я только узнал недавно, что есть я как... Даже не знала. Типа как металл такой, который да, можно одевать. Да, не да, не да. Видел, мне это не попадалось. А, вот. Ну, спасибо, очень приятно было пообщаться. Конечно. Самое главное в жизни это общение. Ну да. А да. Когда ты один и не с кем а общаться, вы знаете, это самое... Я здесь гуляю первый раз, в принципе. И... Все здесь люди общительные. Не так в городе вот совсем другое, а здесь общительные очень. Может быть, они спешат, может быть, может и чего-то. А может, нас здесь... тут немного, и мы, как сказать, даже и на помощь друг другу приходим, не зная да. Чего-то. Да, и это, где это чего. Это чувствуется как деревня или нет? Или все равно как город, нет, да? Нет, город, он есть город. Ага. Деревня там другое. Ага. Деревни мы друг друга все знаем. Понятно. Ну да. Мы там уже как ага. Родные. Соседи, ага. И ага. Это мы идем на помощь. Вот мы жили, но у нас поселок. И делали ага. Это бутылку для молока. Помните ага. Это? Или вы уже не застали? Я не знаю. Ну нет, нет, нет. Раньше бутылка для молока у нас, как я из Англии, да, у нас. Каждое утро принес молока и поставили около нет, дома. Нет, у нас в магазине. А, в да? Магазине продавали. Мы, завод у нас по производству бутылок. Вот винные бутылки. А раньше у нас были молочные бутылки. Может, вы и не видели? Нет, там, я там не видел. Там вот такое приблизительно. Это. И вот он у нас стекло. А потом стали делать вот эти винные бутылки. Молоко уже стали в пакетах. Раньше в пакетах не продавался молоко. Только в бутылках. Вообще у нас район замечательный. Он в лесу. Он тихий от всех городов. Ой, я хочу туда поселок. Сейчас. Поселок стоит в лесу. Вот сейчас, если возьмите город, вот эта вот часть как бы поселок. А вот где этот сам город, у нас кругом лес. И ягоды, супа. Это чего только не было. Супа. Брусника, клюква и да. Болоты были. Я жду, я очень жду лето сейчас, чтобы купаться. А у нас, вот, знаете, я очень люблю какое купаться. Там озеро. Да? Ой, ну,
больше, чем содушка, но вода, она чистая. Да. Здесь все равно вода не такая. Ну да, я здесь не купаюсь даже, А там у нас фанат. Она зеркальная. Вот тут ты плаваешь там под водой. Ой, отлично. Все видишь. Отлично. У нас не только там озеро, у нас там и две речки. Омуты, вот речка текет. Еще мы даже раньше ходили, потом мы провели только воду, а не было. Мы ходили на эту речку, на санках возили, на колесах летом белье полоскать. Мазки специально сделаны, даже вот тут. Ой, это супер. Будет возможность съездить в Великоборье. Это вообще все в зелени, озеро огромное, но там речки, омутов просто, где хочешь, только купайся. Такого замечательного. Я несколько лет провела в Москве, но вот это приезжаешь домой, в этот лес, кругом лес, поселок стоит вот в лесу. Я вижу вот это, даже лицо ваше уже, вот это, да, супер. Вот это, да, я жила на Украине, не сравнять. Ну, хотя там люди в селах, и как там они называются, там они добрые. Да. Я все считала, что у нас люди немножко пожестче. Не знаю, я не могу сказать, в принципе, я там, я там был в отпуске, все, вот, я не знаю. Ну, а я все-таки 3 года прожила, и с девчонками в общежитии жила, они меня брали к себе домой. И как вот они там принимали, если не представляете, какая там рыба. Да. Вот такой толщины. Да. Я очень люблю рыбу тоже, я фанат. Морская или речная, я не понял. Речная, Да, там река, это... я вот как видела, поросенка небольшого. И вот такая рыба, вот, и столько рыбы. Да. Ну, просто я говорю, я вот была от Бреста до Уфы. А, Уфы даже? Да, и в Бресте была, и вот под землей была, как они там жили во время войны, вот это вот все. И в Уфе, как там, вы понимаете, вот там воздух все равно спертый, там вот какая-то темнота. Вот город такой, ну там же производственное это все производит. Понятно, понятно. Вот это дым, как бы постоянно. И вот это сравнение от Бреста до Уфы, вот я считаю, полностью проехала, была. А в Уфу-то мы были... Мы просто спускались на катамаранах по реке. Две недели. По реке там. Вау. Да. Ну вот это вот не испытаешь. Я и на адмирале Нахимова плавала. Вот, вот мы учились, потом нас послали на работу. А на работе давали бесплатные путевки. Вау. Вот я с Одессы до Ялты. Одесса, я был в Одессе. Да, мне очень понравилось. Да, да, и мне очень понравилось. Мы там это... 3 дня находились, и вот на адмирала Нахимова теплоходе, ну это вот он выше вот этого дома, и под низом такой же вот там эти горы вот это вот ездили, в подземелье ходили, в пещере были. И вот это мы все поехали бесплатно, везде я побывала. Да, вот это все говорят. Даже на курсы посылали вот. Нас на курсы в Москву посылали, мы там под Ленинград ездили, отдыхать ездили, ведь это все бесплатно, мы ничего не платили. Вы не первый человек, который мне это сказал, и так, тоже как... И это, да. По всем путевкам я ездила бесплатно, если платили, то мы там платили за себя что-то куда-то, вот сходить, и это, а так вот... И жалко именно из-за этого все, что в один день закончили, может быть, потихоньку... Учились мы бесплатно. Да. Я говорю, на курсы посылали, я в Бауманском училась, это же все бесплатно. Кончила технику. Вот вы знаете, за границей люди не знают так. Они думают, Советский Союз, ой, это как... Они только видят, что в новости показывают, что в 85-го, что в очереди стояли и все. И они не знают вот такая история, которая была. Мы жили в поселке, у нас очередей никогда никаких не было. Считайте, что мы что-то сами производили, что-то. Пусть мы не видели какой-то колбасы, этой сервелатов этих, но простой колбасы и мясо. Ну а и мясо чего, у вас да? Было свое, корова была своя, поросенок был свой, теленок был свой. На какой ляд нам в очереди стоять? Ну хлеб вот мы иногда стояли. Хорошо, что вы мне расскажете сейчас по поводу детства и все жизни, и студентские. Вот сказать, потому что люди это не знают, вот реально не знают. Потому что вот может быть, наш возраст этот попал,
Мы учились в школе бесплатно. Нам все давали, даже книжки. Лыжи понятия мы не имели, чтобы в лыжи на физкультуру. Было в школе и лыжи, баскетбол был. Военному делу нам винтовки, пулеметы, все, мы это обучались. Мы, как сказать, мы с детства школы в деревенской школе, ну пусть у нас поселок, не деревня, но нас выучили всему без всяких денег. Я уже хочу туда, где вы выйдете. Вы представляете, какая там местность красивая. Да. А скажите, какой флаг красивый? Советский Союз или Россия? Или мне важно? А мне и не важно, какой. Не важно, да? Я желаю, как сказать, да я и сейчас неплохо живу. Ага. Как сказать? Я служу вас лично. Да, но я хочу сказать, у меня все равно работа обеспечена. Ага. И квартиры у моих детей, и квартиры, и я в квартире. Вот отлично. Только дороги не хватает и все. Да, вот мне дороги. Только дороги. Я только это зимние дороги, лето мне нормально. Спасибо огромное. Я очень рад, что я с вами пообщался сегодня. Очень рад. Да. Мне обижаться не на что. Ни на страну, ни на что она мне дала. Все.